перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Yeah. Fuck it. 10 секунд до дропа. 10 минут до дропа. 10 минут до дропа, эй, 10 минут до дропа, парень, 10 минут до дропа, эй, 10 минут до дропа. Через 10 минут вас ждет охуительный дроп. И будет в шоке народ от того, что слава вам соврет. Снова что-то классное повпарит. Если смотришь на меня, то видишь, какой классный парень в объективе. Фотокамер я делаю горячо. Если я сяду, блин, назову чертом. Мои панчи ни о чем, но мои рифмы — это дождь, и он золотой. И сегодня он опять пройдет. Если хочешь знать по звездам, то звездный я звездочет. Посчитаю, сколько у твоих звезд. Брюли как на шее, а я люблю дорогие украшения. Отдыхать в отелях, а отели модели. Модели так пел, рэпер PLC, но я не он, а. Я во впаре вену, заточили годы стиля, и теперь я убиваю динозавров и плодоков этих старых MC. Они пытаются рамсить, но видят только грязи, которые блистают в темноте. Если что по крутоте, меня может обойти лишь паблик крутотей. Щит, это нигер в очках. Я убираю двухглазых, я убиваю трехглазых. Я шестиглазым, говорю респект шестиглазым. На битах паренек удивительный. 8 минут, 13 секунд. И скоро зрители моего стрима. Смазка, а возможно это будет указка, которую я вам укажу на двери. А возможно это будет что-нибудь вроде диковинного зверя. Может быть это будет летающий леший. Может быть это будет супервкусный пельмешек. Может быть это будет кристально чистая вода из того родника, из которого пил даже Магвай, Александр Дюмин или да, те ребята, что мелькали в эпизодах. Это не фильм «Бригада», но ты увидишь скоро, как фильм «Мизора» через 7-30 секунд. А, дроп произойдет прямо тут. Прямо в этой трансляции произойдет охуительный дроп. И кое-что кто-то получит, а кто-то с чем-то уйдет. А, это моя вам подсказка, так и следите внимательней. Ровно через 7-15 секунд занимательный дроп происходит. Это дроп легендарный, если ты любишь дропом. И если ты служил в армии, и был там дропов, или был там пару дропов. В любом случае тебя ожидает панчик, который будет лучше всем скопом. Вавилонские чистилища, а также адскую пурибу. И баребух, и твою судьбу. Это все решает один только дроп, который произойдет через 6 минут 50 секунд, друзья. Друзья, вы должны через 6 секунд, 40 секунд, через 5 минут, 8 секунд, в общем, через 6.39, вы видите на мониторе эти цифры. Когда эти цифры кончатся, друзья, произойдет легендарный дроп. Если ты вообще уважаешь дропы, то ты обязан их сделать. Эй, тебя ожидает дроп, ожидает дроп. Парни, я самый клёвый, покупай мои кроссовки, я корова. Прррр, я явно корова, а не леший. Прррр, мне говорят, извини, но дропа никакого не будет. А кто тогда вы? Вы стали быть судьи? Нет, Иисус говорил, не судьи ближнего, поэтому я судить ближнего не буду. Я одену скорее маску лыжную, которую я упоминал в первом куплете. На свою ногу, а может быть на голову. Это что-то вас ожидает, а может что-то ожидает кого-то другого, блин. Эти рифмы просто ни о чем. Если я звездный говноед, то я тогда не скажу никому привет. А, ведь это точно моя правда. Ведь я читаю наподобие рэпера Крафта. 20 лет и до сих пор мне нужно, как рэперу Васта, заработать миллионы, а потом поехать в Бразилию. Там я построю себе замок и буду легендой стиля, йоу. И вместе с живым Тентансьодом мы создадим ансамбль «Царь 2». И это будет ансамбль, который перевернет тебя и твои глаза. Не закатываться туда, куда закатываться вообще невозможно. Я будто бы самая смешанная кобра, бегу сюда, но я...
тебе отложка. Если ты говоришь мне, что я не могу победить даже Димана Диму, то я отвечу тебе, извини, но я красивый, как красава, как красивая Кристина Потупчик или еще кто. Мои рифмы будто бы мантикоры ебут в рот тем, кто даст так точно умен. Я Алена, ты Ален. Бум-бум-бум. Эй, ты понял, как я рифмую? Я не рифмую никак. Ты хочешь сказать, что я мудак, но я отвечу, what the fuck, нигер. Эти слова обижают меня, лучше придержи их при себе. Лучше позаботься о моих чувствах, или я позабочусь о тебе. Или мои узи, или мои шутеры придут за тобой с ногами. Или мои узи, мои шутеры придут за тобой с ногами. Ты скажешь, эти безногие вряд ли смогут меня победить, но ха, я только посмеюсь, ведь эти безногие это двухногая тварь. Но, двухногая тварь. Двухногая тварь. Через 4 минуты 15 секунд дроп обещает быть жарким, как фильм «Жара», в котором снимался Арнольд Шварценеггер. Если ты знал этот фильм, тогда ставь лайк или пиши ролл. Пиши ролл, и я закажу тебе роллы. Пиши рофл, и я куплю тебе две дойных коровы, которых ты сможешь доить по очереди, если ты хочешь меня в дойке опередить. Я не Кира из деревки, я деревянный Кира, который посылает вам удивительные рифмы. Эти рифмы можно смотреть в 3D, а можно оцифровать, и тогда они превратятся в тексты большого содержания. Например, ты там прочитаешь Анну Каренину, а также два русских мата хуй и ха, но мне пиз, ха, ебой. Это то, что я умею делать круто. Эти рифы убивают оповал. Эй, если взять как деревенский самосвал, грязный в этом, то я победитель, а ты треногая цапля. Е, друзья, 3 минуты 20 секунд. И произойдет дроп. Вы увидите что-то особенное, друзья. Через 3 минуты 10 секунд каждый из вас сможет заполучить нечто, если он постарается. Эй, тебя ожидает дроп, ожидает дроп. Ожидает дроп, тебя ожидает дроп, тебя ожидает дроп. Ожидает дроп. Эй, парень, тебя ожидает дроп. Хочешь его увидеть? Тогда давай сюда. И смотри внимательно, мои рифмы, они в школе будут обязательны. Будут проходить с 5 до 6 класса. Говори четко, классно. Этот парень придумал не рифмовать вообще. Вместо слова говорит букву Е. Это у него прокатило. Все сказали, это, бля, настоящая рэп-сила. Теперь ты будешь совестью русского хип-хопа и будешь представлять нас на Евровидении. Но на Евровидении меня не взяли. Сказали, нужно хотя бы иметь две степени инвалидности. А у меня не было ни одной, поэтому я решил повредиться головой. И начал общаться с Замаем, это случилось очень скоро. Вместо моей головы теперь дрессированная кобра. Я шиплю на всех, кого вижу. Я представляю собой какую-то жижу. Я не могу понять, собрать мысли в кулак, потому что скоро будет дроп, 2 минуты, это факт. И знаешь, что меня пугает по-настоящему, чувак? То, что я до сих пор не посмотрел фильм «Монстр собак». «Монстр собак» — это фильм удивительный, но я его не видел, блин. Ты запретили родители, в детстве теперь я читал охуительный фристик, чтобы показать вам свой стиль. Это моя битва, будто бы я кости, милые кости, кидаю прямо в твой рот. Это Underworld, нет, это Battle Rap. Это Battle Tots. Парень удивительный, минута 40. Скоро ты увидишь это дро, дро. Скоро ты увидишь это дро, дро, дро. Через минуту 30 секунд. Дро, ты увидишь это дро, дро. Ты увидишь это дро, дро. Я 9-я классница, ты 6-м учишься. Может быть, ты дразнишься, но у нас с тобой получится. Эй, я 9-я классница, ты 6-м учишься. Эй, может быть, ты дразнишься, но у нас с тобой получится. Эй, всего минута. Представлю, как ебанутый на утро. Мне будет стыдно за эти слова, но покуда моя голова варит это варево. Я заряжаю ритмы, словно Анна Каренина или Лимба. Лимба 2 или Лимба 3. Удивительный приступ, словно бы присунул глисту, словно бы увидел глисту. Я как будто бы в лесу. Эй, удивительный приступ, словно бы я капиту. Я великий могол, ты Александр Гоголь, извини, но ты не понял. 35 секунд, дроп, тинтут. Скоро дропнем, и ты скажешь, это кнут, гамсу, или я съел самсу, но этот дроп ожидает через 20 секунд. 19 секунд. 14 секунд. 10 секунд. Этот дроп рядом, этот дроп уже тут.
знаю. Это напиток гараж. Кто напишет в ближайшую минуту комментарий, тот получит бутылочку такого гаража. Это новый вкус Black Cherry. Это напиток гараж. Это новый вкус Black Cherry. Пиши комментарий, ты получишь эту бутылку скорее, у тебя есть всего минута. Ну что, друзья, кто-то из вас, должно быть, успел уложиться в минуту, написать комментарий и попробовать этот удивительный напиток. Black Cherry, новый вкус! Возможно, вы видели, как я флексил с бутылочкой лимонного гаража в клипе Grime Hate. Я получал удовольствие от того напитка и не брал за рекламу деньги. Но теперь мы с гараж, друзья, и представляем вам Black Cherry! Новый удивительный вкус, друзья. Я не пил алкоголь ровно год. Ровно год я не пил алкоголь, и сейчас я сделаю исключение для напитка богов. Black Cherry, гараж. Black Cherry, Hard Black Cherry Drink. Hard Black Cherry Drink. Hard Black Cherry Drink. Ну что, друзья, ровно год я не пил алкоголь. И сейчас узнаем, что же алкоголь собой представляет. Вспомним. Это Black Cherry. Ровно год без алкоголя, друзья. И сейчас мы прервем этот затяжной марафон и попробуем немного Black Cherry. Гараж. Охуенно. Все, Миш, вырубай, давай гаража попьем. Так, сохранить нужно.